Канал Телеграммер приветствует тебя! Наконец-то я могу сказать вам, дорогие зрители, привет! Поздравляю вас с наступлением 2020 года и желаю всем вам только процветания, классных обновлений и, в конце концов, запуска ТОН. Пока я был в заложниках еды и алкоголя, Телеграм успел порадовать всех, как и я, кстати, предполагал, прямо под елочку свежим и крупным обновлением, которое я лично очень ждал. И в этом ролике давайте рассмотрим, что интересного там имеется и как всем этим добром пользоваться. В последний день 2019 года, как назло лично мне и всем тем, кто в основном в такой день отдыхает или готовится к празднованию, Telegram, конечно же, что? Выпустил обновление до версии 5.13 для клиентов Android и iOS. Начнем с общих обновлений, а потом рассмотрим отдельные фишки для каждой платформы. Редактор тем в Телеграме теперь обозначается версией 2.0, то есть теперь в настройках внешнего вида появилась возможность добавлять градиентные оттенки как к фону, так и к самим сообщениям. Градиент — это очень приятная глазу штука. Тем, кто активно пользуется, например, iMessage в iOS, известно, как это. И тот сразу получил кайф от того, что в нашем любимом мессенджере это также появилось. Если не хотите делать градиентные темы самостоятельно, то в настройках заготовлены несколько примеров, которые я, кстати, тоже начал использовать. Плюс в свежей версии Telegram стали доступны новые фоны для чатов, с которыми можно знакомиться в соответствующем меню «Фон для чатов». В новом апдейте мессенджера сообщения можно отправить не только моментально или в определенный момент времени, помните, они называются отложенные сообщения, но и в момент следующего выхода адресата онлайн. Но эта опция доступна, если отправителю разрешено видеть онлайн-статус получателя. Также Telegram 5.13 принес нам улучшенную отправку геопозиций. В меню отправки местоположения появилась возможность указать конкретное место, а не точку на карте. Во время поиска по сообщениям в диалоге, канале или чате появилась возможность посмотреть все найденные сообщения списком, а в iOS теперь также можно выделять сообщения, не выходя из интерфейса поиска. Также теперь Telegram запоминает, на каком моменте вы приостановили прослушивание длинных аудио, а также позволяет слушать их с ускорением 2x. Это очень полезная фича, если вы любитель послушать аудиокниги или подкасты в мессенджере. Ну а прежде чем я расскажу о дополнительных новых фишках отдельно на iOS и Android, я хочу напомнить, что твоя подписка на канал, если ты вдруг этого еще не сделал, важнейший резон мне продолжать создание контента для тебя. А вот какие изменения можно заметить в приложении Telegram для Android. Появилась возможность быстрого переключения в ночной режим и темные карты. Специальная кнопка появилась в сэндвич-меню, а встроенные в Telegram карты стали поддерживать ночной режим. В интерфейсе Android-версии мессенджера были добавлены новые анимации, чтобы пользователи получали больше удовольствия от взаимодействия с интерфейсом. При переходе между сообщениями в чате, открытии глобального поиска или извлечении папки архива. А чтобы лучше разглядеть изображение профиля, теперь нужно потянуть вниз. В Android также после выделения всего сообщения можно выделить определенный его кусок. Удерживая палец на папке архива, можно убрать отвлекающий счетчик сообщений из этого раздела. Когда вы заканчиваете прослушивать голосовое сообщение со смартфоном у уха, ответ по умолчанию начинает записываться автоматически. Теперь это можно отключить в настройках чата. Теперь поговорим про обновление на iOS, здесь тоже есть интересности. Раньше при изменении размера шрифта он менялся только для сообщений, теперь текст масштабируется по всему приложению. Появилась долгожданная функция, которая пригодится активным пользователям альтернативных браузеров. Теперь есть возможность выбора браузера для открытия ссылок. В настройках новой версии Telegram можно отредактировать, какие чаты будут появляться в нативном меню «Поделиться» в iOS 13. Переключиться между учетными записями теперь можно с помощью иконки Telegram на рабочем столе и сильного долгого нажатия на нее. Не нужно заходить в приложение, чтобы это сделать, на одно движение меньше. Страница использования памяти теперь выглядит немного иначе и, на мой взгляд, удобнее. Можно, например, сразу увидеть, сколько осталось свободного места в принципе на iPhone. Во время выбора сообщений в чате или канале появилась кнопка «Удалить чат». Очень странный перевод, но не бойтесь, при ее нажатии Telegram предложит удалить все материалы и чаты из облака, так называемого кэша, но по-прежнему вся инфа в чате будет доступна для остальных участников. А еще на странице информации о группе в iOS список участников сократили до нескольких человек, а остальные имена теперь доступны под спойлером.
Самое время вам поделиться в комментариях впечатлениями о свежей версии Телеграма, которую нам подарили под елочку. Какая фича больше всего понравилась тебе? И что ожидаешь в следующих апдейтах мессенджера? Ролик оказался информативным? Тогда ставь лайк, и я буду очень благодарен. А на сегодня у меня все. Спасибо за просмотр! Это канал Телеграммер. Подписывайся и будь на волне тренда.